Легко ли провести или даже пронести оружие средь бела дня у всех на глазах? Вот харьковская история. Город, девушка, гранатомет. Это уже было. Сегодня продолжение истории в виде эксперимента. Подробнее Лидия Калинина. С гранатометом наперевес. Так несколько часов по Харькову, который постоянно сотрясают взрывы и где орудуют диверсанты, гуляла на днях волонтер Катя. С РПГ под мышкой прошла по центру, села в метро, перешла с одной линии на другую и добралась до одного из спальных районов. Реакции ноль. И у милиции, и у горожан. Харьковчане не реагируют. То есть, может, они не понимают, может, они не знают. Но милиция отреагировать должна была. Вот он, тот самый тубус от РПГ. Сегодня, после того, как фото Кати с гранатометом распространили в соцсетях, милиция отреагировала. Девушка решила передать тубус в исторический музей, как подарок от бойцов из станицы Луганской. Но только достала, и тут люди в форме. Можно на Конституцию следственную группу, или вот тут женщина с СРГД без снаряда. Пока ждут следователей, разгоняют прохожих, не позволяют и близко подходить к тубусу. Обсуждают даже, не оградить ли его ленточками. Количество милиционеров вокруг гранатомета растет, как на дрожжах. 3 экипажа, около 10 сотрудников в касках и с автоматами теперь охраняют эту зеленую штуку. В Харькове и ролики по телевизору крутят, и листовки расклеивают, учат, как вести себя, если видишь незнакомый предмет. Но вот реакция на РПГ горожан. Скажите, пожалуйста, вам известно, что вот это такое? Зеленая. Может быть, какая-то вытяжка, я не знаю. Как это называется, по-простому сказать? Инструмент для проведения каких-либо работ. А что похоже? Ну, я не знаю, что какое-то оружие. Хотя не все так безнадежно. Это страшное дело. Это гранатомет называется. Значит, вообще, с оружием вообще нельзя ходить по городу. Я его еще узнала от выхода из метро. Тем временем выясняется, РПГ волонтеры обратно уже не получат. Будет давать пояснение. Приедет следователь, эксперт. Будут изымать. Дальше следствие. Эксперт разберется. Заряжен он, разряженный. Может, это вообще картонный какой-то. Целая группа, которая собралась, чтобы передать экспонат в музей, теперь отвоевывает его у милиции. Это бюрократия. Покажи-ка, получается. Что тем, что милиция чем-то занята. По инструкциям, если... Ваши инструкции будут работать в другом месте. Когда было позавчера, никто не смотрел. Когда знали, что привезут в музей, сразу приехало, посмотрите, сколько человек. Вернуть гранатомет не удалось. Его тщательно измерили, упаковали и отправили на экспертизу. И открыли уголовное производство за незаконное обращение с оружием. Катерину забрали на допрос. Пока как свидетеля. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков.